Господне на вас, того благодати и человеколюбием, всегда ныне и пресны во веки веков. Христос, истинный Бог наш, молитвами, Пречистая Своя Матери, святых славных и хвальных апостол, и живосвятых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града Златоустого, преподобных и богоносных отец наших, преподобного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и вся России чудотворца, святых и праведных Бога Отец и Акима Анны, всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любит. Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии, помолимся. Царице моя преблагая, надежда моя Богородице, Let's go.
Аминь.